Йоу, всем привет, с вами Коч. Наверное, вы уже видели ролик, где я приготовил протеин в домашних условиях, ну, именно мой рецепт. И сегодня я решил приготовить гейнер в домашних условиях. Я как раз пришел после тренировки, как раз время, ну, нужно уже ложиться спать. И самое лучшее, это загрузиться белками и углеводами. Итак, нам понадобится один банан. Кидаем все. Все кидаем сюда. Дальше нам понадобится это 100 грамм творога. Ровно 100 грамм. Дальше одну ложку арахисовой пасты, так как в ней содержатся полезные жиры. Одну большую ложку сахара. Это у нас быстрые углеводы. И все это дело заливаем молоком. Блин, вообще Простоквашино должны мне платить за это деньги, но просто так их рекламирую. Так что, если вы когда-нибудь увидите этот ролик, я жду. Заливаем, ну, сейчас где-то 50, ну, максимум 100 миллилитров. Обычно всегда так лью. Так, сойдет. И все это включаем наш блендер. Ну, погнали. И наш кочагайн готов. Как вы помните, я протеин назвал кочапрот, это будет кочагайн. Тут получается около 25 граммов белка и около 25 граммов углеводов. От этого напитка ваша масса будет просто взрываться. Вот поверьте мне, особенно на ночь после тренировочки. Ух, погнали. Я даже вот что скажу. Гейнер получается намного вкуснее. Ну, именно мой домашний гейнер. Намного вкуснее протеина. Так что на заметочку обязательно, ребят, попробуйте этот рецепт. Потом будут такие же базуки, как у меня. Чуть ли не забыл. Ну, а с вами был Кочи ТВ. Ставьте пальцы вверх. Обязательно пишите любые комментарии, я их всех читаю. И обязательно подписывайтесь на мой канал и жмакайте на колокольчик. Всем пока!